Вот такой вот, друзья, у нас получился пакет со всякими вкусняшками. Супер, да? Всем привет, он канал Сосмикс. Салют, друзья! Мы выиграли в конкурсе у канала Софикоша ТВ. Да, но сначала приветики. Алина Диабай, привет! Назым Алиева, привет! Привет! Хайби Стар, привет! SSBK Мови, привет! Алиевка Спортивная, привет! Сами Сэнди, привет! Привет! Юлечка ТВ, привет! Алисия Фокс 11, привет! Лаура Распаковка, привет! The Sims, привет! Привет! Мы вас очень любим! Спасибо, что смотрите нас! Ну что, будем открывать посылку? Давайте! Посылочка к нам приехала из Калининграда. Друзья, заходите к ним на канал, у них очень здорово и интересно. У них различные конкурсы, распаковки. Они ездят по разным странам, были в Польше, представляете, друзья? Поют песенки и показывают различные мультики. Поэтому обязательно заходите. О, ух ты, какая интересная коробочка. Друзья, мы даже уже знаем, что там. Там много сладостей, мы откроем вам тайну. Да, нужно было угадать вкус печенья. И мы с Настей угадали первые. Это печенье было с корицей в их конкурсе. Смотрим. Та-да-дам! Та-д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 а! Барабанная дробь. Пакетик, какой красивый. Газета? Интересно, это прикольно. Друзья, это новости Калининграда, смотрите. Ознакомимся, спасибо. Прикольно. Вот. Печенюшки. Еще вот. Еще печенюшки. А с какими вкусами? Это с шоколадом, смотрите. Это польское печенье, друзья, с кокосом. Угу. Ух ты, как здорово, какие палочки. Так, это с вишней. Это с вишенкой. Ням! Это с сахаром. Просто с сахаром? Да. Вкусняшка. Вот так. Ух ты. Киндер. Слушайте, друзья, смотрите, какой он интересный. Киндер. Я даже не могу прочитать, что здесь написано. Несподзианка какая-то. Друзья, я даже не могу прочитать, правда, что там написано. Это, наверное, какой-то польский киндер, я так думаю. Интересно, первый раз встречаю киндер с другой стороны. Коллекционная. А, рыжая капсула коллекционная? Классно. Игрушка. Миньончик. Миньончик! Ух ты! Как здорово! Ух ты! Смотрите, какой Крутик, классный! Вот этот сзади можно крутить. Смотрите, она тоже крутится. Как интересно. Прикольно. Ну, у нас таких нет миньонов. Это явно не наш, не российский. Я первый раз такие вижу. Мне прям даже не терпится. А шоколад, кстати, киндер такой же на вкус или другой? Такой же. Помните, друзья, киндер везде одинаковый. Просто разные надписи на разных языках. Ну, классно, конечно, здорово. Мне очень понравилось. Так, ну-ка, ням-ням. Вкусно? Класс. Спасибо вам большое, друзья. А что вкусно? Ням-ням. Ну, остальное мы все попробуем, но уже без вас. Спасибо, нам очень понравилось. Да, спасибо. Ну, если вам понравилось, то подписывайтесь на Мумикс, ставьте пальчики вверх и всем пока! Пока!